На фоне ослабления национальной валюты возможные риски и убытки просчитывают сельхозтоваропроизводители Костанайской области. Растущий курс доллара сказывается на подорожании сельхозтехники, запчастей, удобрений, семян. При этом размер субсидий, говорят аграрии, не повышается. Уже сейчас полеводы прогнозируют осенний рост цен на свою продукцию. Наталья Строкова расскажет. Овощевод Владимир Семейкин готовится к посевной кампании. В хозяйстве 360 орошаемых гектаров. На них весь борщевой набор – капуста, картофель, свекла и морковь. Если сейчас цены на эти продукты в регионе пытаются хоть как-то сдерживать, то осенью, по прогнозам предпринимателей, они, возможно, будут кусаться. Падение тенге повлекло за собой подорожание импортной сельхозтехники, запчастей, семян и удобрений. В совокупности, конечно, это все слагаемое для повышения себестоимости выращиваемой нами продукции. Ну, соответственно, это отразится на цене осенью. Что касается субсидий в связи с тем, что курс валютный изменился, покрывать будет меньше, чем в том году. Мелкие хозяйства пахать выйдут на старой технике. Покупательская способность падает. Из-за ослабления тенге рынок сельхозтехники заштормило, говорят аграрии. Не спасают даже контракты на покупку отечественных тракторов, заключенные еще в прошлом году. В договорах есть пункт – индексация. 2021 год у нас обновился на 4%. До этого 2020 на 3%. Сроком службы будем считать 10 и более лет. Такого парка у нас, я считаю, где-то процентов 70. Накануне посевной цены на семена и удобрения поползли вверх. Субсидии от государства за их ростом не успевают, говорят аграрии. Субсидии на покупку удобрений выделяют из расчета, что одна тонна стоит 182 тысячи тенге. Сейчас фактически цена выше, она выросла. Тонна 220-240 тысяч. Все это работает на подорожание продукции, которую мы производим. В идеале размер субсидий нужно увеличивать на процент выросшей валюты. В этом году на развитие сельского хозяйства региону выделено больше 27,5 миллиардов тенге субсидий. Посевная кампания охватит свыше 5 миллионов гектаров. Какими будут всходы, помимо технологического подхода и погоды, теперь будет зависеть и от количества внесенных удобрений. Во многих хозяйствах, говорят аграрии, на них может просто не хватить денег. Наталья Строкова, Ермек Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар 24.